Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Максим, и сейчас вы увидите очередной дайджест видеоновостей Skyway, в которых мы рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Смотрите сегодня в выпуске. Глава информационной службы Skyway Михаил Кириченко взял интервью у генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии» Анатолия Юницкого прямо на строительной площадке будущего центра Skyway в Шардже. Компания-разработчик струнного транспорта продолжает расширяться. Месяц назад началось строительство нового производственного помещения, а на этой неделе компания арендовала третий офис в Минске. Арабский новостной портал Watson AE подготовил краткий обзор пяти главных идей прошедшего Всемирного правительственного саммита в Объединенных Арабских Эмиратах. Отдельно авторы издания отметили проект струнных технологий SkyPod. Остановимся на этих событиях более подробно. Прошедшая неделя для Skyway прошла под знаком Арабских Эмиратов. Презентация на Всемирном правительственном форуме, визит эмира Дубая с наследным принцем, подписание меморандума о взаимопонимании с управлением автомобильных дорог и транспорта Дубая RTA. Решения, которые планируется применять не только в Дубае, но и по всему Ближнему Востоку, будут проверять и демонстрировать заказчикам в инновационном центре Skyway в Шардже. Для того, чтобы его построить, была создана дочерняя компания GTI Skyway GreenTech. Она будет работать от имени проекта Skyway на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это еще один ценный актив инвесторов Skyway. Во время поездки на Всемирный правительственный форум Михаил Кириченко взял интервью у генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии» Анатолия Юницкого прямо на строительной площадке будущего инновационного центра Skyway в Шардже. Смотрите полную версию интервью на нашем сайте. За прошедший 2018 год в компании-разработчик Skyway ЗАО «Струнные технологии» пришли работать более 350 человек. В связи с этим в начале 2019 года компания арендовала новое помещение в бизнес-центре «Дана Центр» в Минске. Первым в новый офис переехали сотрудники управления интеллектуальных систем. Все четыре отдела управления уже расположились на верхних этажах бизнес-центра. Также готовится пространство и для других управлений. Новый офис представляет собой сочетание классического офиса с кабинетами и open space с большими окнами и видом на Национальную библиотеку Беларуси. Команда проекта Skyway продолжает расширяться. Растут отделы, связанные с разработкой и совершенствованием транспорта, проектированием инфраструктурных решений. Часть сотрудников уже проводит больше времени в Объединенных Арабских Эмиратах, чем в Беларуси. Там они работают с местными консультантами. Всемирный правительственный саммит – это витрина самых значимых проектов и идей современности. На нем выступали самые влиятельные люди мира, а зрителями были представители правительств самых передовых стран мира. Во время саммита состоялось так много событий, что уследить за всеми было невозможно. Поэтому арабский новостной портал Watson AE подготовил краткий обзор пяти главных идей прошедшего мероприятия. Все они касаются качественного изменения благосостояния и образа жизни Объединенных Арабских Эмиратов. Вот что написали авторы издания о значении проекта струнного транспорта. Его высочество шейх Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая, ознакомился с двумя транспортными модулями SkyPod – системы мобильности, которая тестируется управлением автомобильных дорог и транспорта RTA. Модули SkyPod являются частью инициатив RTA, направленных на удовлетворение будущих потребностей в средствах мобильности Дубая и превращение 25% от общего числа поездок в Дубае в автономные поездки на различных транспортных средствах к 2030 году. С полным текстом статьи вы можете ознакомиться на нашем сайте. Это были главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах. Не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях. И помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Максим Ведро. До встречи в следующих выпусках видеодайджеста компании Skyway Capital.